Сейчас в Свердловскую область. Там спасателям при помощи беспилотника Росгвардии удалось найти пропавшего в лесу мужчину. В кадрах как раз видно, когда мы обнаружили человека с собакой и начали сопровождение в то время, пока наземная поисковая группа выдвигалась к месту встречи с ним. Местный житель заблудился, когда пошел в лес выгуливать собаку. Чтобы ускорить поиск, росгвардейцы подняли в воздух беспилотника и вскоре мужчину обнаружили. С ним сейчас все в порядке, его отвезли в ближайший населенный пункт.